Видео подготовлено сайтом online.gdc.net, геометрия 7 класс, автор Мерцляк, задание 643. Построить равносторонний треугольник по радиусу описанной окружности. Итак, нам дан отрезок R, это радиус описанной окружности около равностороннего треугольника, который нам нужно построить. Тогда мы чертим окружность произвольным центром и радиусом R. А затем на этой окружности отмечаем произвольную точку, например, точку А, и чертим окружность радиуса R, но с центром в точке А. Получаем точки пересечения. Вот давайте мы их обозначим. Вот точка B и вот точка C. А теперь вот соединим точку О и А. Но точка А лежала на первой окружности, значит, она от точки О удалена на расстоянии R, значит, этот отрезок равен R. Но точно так же отрезок OB – это тоже радиус R, отрезок AB – это тоже радиус R, значит, вот эти все отрезки равны. И вот этот отрезок AC – это тоже радиус R, и отрезок OC – это тоже радиус R. Так, ну давайте сразу тогда напишем вот это, что раз вот эти OB равно AB равно OA равно AC и равно OC, то тогда мы можем сказать, что вот эти треугольники, треугольник OBA и треугольник OCA, равносторонние. Равносторонние. Равносторонние треугольники. Все их углы равны по 60 градусов, значит, угол BOA 60 градусов и угол AOC тоже 60 градусов. Давайте запишем так, что нас интересуют именно эти углы. Угол BOA равен углу AOC, и они равны по 60 градусов. А теперь второе. Мы просто продлим радиус OA за точку А. Ну, собственно, вот так продлим. Получим точку, например, точку пересечения с окружностью, обозначим ее D. А теперь мы соединим точку B и D, соединим точку D и C и соединим точку B и C и докажем, что треугольник BDC равносторонний. Итак, угол BOC равен сумме углов BOA плюс AOC, ну так кратко мы запишем, 60 плюс 60, 120 градусов. Угол DOB – это угол смежный с углом BOA, значит, минус угол BOA – это 180 минус 60 – это 120 градусов. Ну и угол DOC он смежный с углом OAC, значит, 180 минус угол OAC. OAC 60 градусов, значит, итого получается 120 градусов. А теперь, если мы рассмотрим треугольники, треугольник BOC, треугольник DOB и треугольник DOC, вот эти углы BOC, DOB и DOC, все эти углы равны. Так, и в каждом из этих треугольников OB равно OD, OD равно OC, потому что это все радиусы окружности одной и той же. Таким образом, треугольники равны по первому признаку равенства треугольников по двум сторонам угла между ними, а из равенства треугольников следует равенство сторон DB равно BC, равно DC,
Но это значит, что треугольник ДБС равносторонний, то есть искомый. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.